отправлять. А там, кстати, это стоя, да, делать? Да, экзамен. Лучше стоя, легче. На всякий случай, когда отвечаете, сидя, там не видно, он не в какую видит, сторону. Поэтому, да, отвечаете, сидя, сделал упражнение. Предохранитель, если не видите, нет, да, то убрать, переверните, убедитесь, что предохранитель вверху. Если он не вверху, поставьте верхнее положение. Вам пистолет в правую руку, палец вдоль ствола, правым боком к столу, если правша. И начинаете. Застало больно. Снял пистолет с плеча, патронов в патроннике. После этого оттянули скобу, сняли затвор, пружину скручиваем аккуратно. Берем стол, называем основные части. Рама со стволом и спусковой скобой. Ударно-спусковой механизм. Рукоятка с винтом, затворная задержка. Возвратная пружина, обойма. Затвор с ударником, выбрасывателем, предохранителем. Собираем. Помните, пружина конусная, да? Mm-hmm. Не, одевать не широкую часть, а узкую. Mm-hmm. Затвор. Скоба. Предохранитель. Обойма. Стрельбы должны, то есть пистолет полуавтоматический, заряжается для стрельбы один раз, да? Вы зарядили, при стрельбе затвор бегает, патроны вылетают, последний патрон вылетел, задержку затвора, вот этот язычок поднял вверх механически, вы берете пустую обойму, достаете, или обойму, или кнопку, а? Ну можно или обойму ставить до конца, он тогда будет готов к стрельбе, или... Или что? Или кнопку саму ставить. Какую кнопку? Вот эту затворную саму. Да, нет, еще раз. Пустую обойму вы достаете. Да, когда ствол появился, вы достали пустую обойму. Вставляете полную обойму. Угу. Тянете затворную задержку вниз. Пистолет заряжен. То есть, когда затвор возвращается после этого, он автоматически досылает патрон в патронник. Видите, взведен, и вы можете стрелять. Патрон уже там. Вот главная функция. Если бы не было затворной задержки, то, ставив новую обойму, надо доставать патрон в патронник. Отстрелял, поставил обойму, опять доставаешь патрон в патронник. А так как она зафиксирована вот в этом положении, вот, все, вы можете продолжать стрельбу. Разбираем еще раз. Правила техники безопасности. Вынули обойму, проверили наличие патронов в патроннике. Стоим на предохранителе. Теперь заряжаем пистолет. Для этого надо обойму вовнутрь, сняли с предохранителя, дослали патрон в патронник. Подняли руку к плечу и говорите, стрельбе готов. И слушаем команду. Команда будет огонь или отставить.